Всем привет, с вами Комаров Виталий, и мы опять сегодня, как говорится, о нашей Пензе. Я сам живу в Пензенской области. У нас опять арестовали взяточников, уж какой там раз, я не знаю. Это вот буквально недавно, есть у нас такой Сергей Козин, глава администрации Пензенского района. 200 тысяч ему подсунули. Он их с радостью схватил. Вот меня не удивляет то, что взял взятку. Меня нет. Ну, вот никак не удивляет. Это, наверное, в порядке вещей. Меня удивляет вот совершенно другое. Вот не прошло и недели, да, как повязали Белозерцева со всеми потрохами, увезли, судят, ему грозит до 15 лет. Подождать что, нельзя, что ли? Ну, хотя бы месяца, ну, вот пока вот там его арест, как говорится, 2 месяца. Ну, месяца 2, что, потерпеть нельзя? Или у нас так дело обстоит, что у нас невозможно взять взятку? Я не знаю. Или же это вот такая вот жадность, чтобы до такой степени жадный человек, чтобы сотворить такую глупость? Или до такой степени глупый человек, чтобы сотворить такую жадность? Как это еще объяснить? Ребята, не берите взятку, а пока с Белозерцевым не разберутся. Что же вы такое делаете? Господи! Уже до смеха. Если завтра еще кого-то схватят с этой взяткой, не знаю, можно какую-то комедийную песенку придумать, я не знаю. Частушки. У нас уже скоро частушки будут перечислять. Того с взяткой поймали, этого взяткой. Какой день еще взяточников и взяточников ловит, а? Неделя. Нет даже недели. 21-го арестовали, сегодня 27-го. 6 дней прошло, недели еще нет. Нет, пошел. Вот такое ощущение, вот можно собаку приманить, да? Тузик, тузик, ко мне. И косточку ему раз так. А у нас, как я предполагаю, напротив пензенского правительства можно встать с пачкой денег и то же самое. Тузик, тузик, ко мне. И у него слюна побежит, и он побежит. Че вы там делаете? Так у вас... Вот... Я не знаю, но после такого случая, когда Белозерцева поймали, да, это же до какой же степени мозг должен не работать, чтобы идти и брать, идти и предлагать. Как это может быть? Вот, ну, я не знаю, это смешно, не смешно. Как-то так. Такие вот новости у нас. У нас еще кого-нибудь будут арестовывать за взятки. Я понимаю, что там за прошлое. Там, я понимаю, как-то это. Ребята, не берите сейчас взятки. Вот сейчас брать взятки нельзя. Арестуют, поймают, посадят. Как вам еще это сказать? Чем вам это еще донести? А? Ой, до новых встреч, ребята. Будем ждать, кого еще посадят.